Ранее в Арк. В общем, я в полной заднице. Падла такая. Ой, ох, ёперный театр. В этой серии. Я и ночь там пережил еле как. То есть Райк не способен залезть. О, по жопе. Я ненавижу дилофазавров. В итоге мы можем создать, 31 штучку. Давай, рассказывай мне. Что делать будем? Я приветствую всех на своем канале, с вами Полосатик, вы на канале Полосатик ТВ2. Сегодня не будет голоса Блица, потому что я не хочу напрягать свои голосовые связки. С прошлого эпизода ничего не изменилось. Пелагорнисов, что-то так много тут. Единственное, что изменилось у нас, я подготовил, значит, вещи для Раптора, приручать Раптора, но тут немного не сложилось. Я не могу найти Раптора, да и... Я забыл включить запись. Я остальные минут 40-50 базарил просто с пустым местом. Ну, то есть ничего не записывая. Это как-то даже обидненько было. Раптора все никак не могу найти. Я и ночь там пережил еле как. Чуть Трайка не утопил. Хороший из меня хозяин, прям хороший такой. Я бы мог поплыть туда, но там саркозух. Я не хочу с саркозухом связываться и терять свою трицератопса. Вот так, пришвартуемся, все. Мы вернулись домой после долгого путешествия по Арку. Прям долгое путешествие, которое заняло практически час. Что у нас еще изменилось? Да, в принципе, ничего. Я бы, наверное, дом немного бы перестроил, но мне так впадло это все перестраивать, знаете ли. Вот впадло это все перестраивать. Причем там дырка еще появилась, которую я не могу закрыть, к сожалению. Там стена мешает, хотя хитбокс показывает иное. Зато я подготовился к Раптору. Если встречу Раптора, то обязательно его приручу. Как хочу провести данный эпизод, понятия не имею. Хотел его назвать «Раптор тоже умеет летать». Типа на Рапторе. Короче, как-то Раптор в полет хотел отправить я. Приручить и отправить в полет, но что-то не получится, наверное. И, скорее всего, эпизод будет связан с... домиком и моим зоопарком. Наверное, все-таки, да, лучше я этот эпизод посвящу тому, как я вообще тут свожу концы с концами в этом лучшем, в лучшем мире. Я приручил второго тира зачем-то. Не знаю зачем, у меня 10 уровня, вот он. Вот она, шикарная самец. И второго уровня самец. Жалко, что не самка, так бы яйца бы сейчас мне откладывала бы. Третий птир там летает. Я обосрался. Так, давай, показывай, что у тебя. Ты кто у нас? О! О, восьмая самка, но... Ты далеко. Ты далеко. Я бы хотел немножечко обустроить свой уголочек. Прям, знаете, прям его сделать шикарнейшим. Вот этот вот все обновить, вот. Стенка, там вообще стены нет, вот вообще никакой. Думаю, все-таки нужно обновить домик, друзья. Хоть что-нибудь, или мне придется это все сносить и перестраивать, а я не хочу этой херней заниматься. Но придется, потому что качественный домик нужно построить. Вот прям реально качественно построить. Планировку надо бы его чуть-чуть... левей отправить, чтобы он вот прям реально как шикарный сыр был. А тем временем я, наверное, пока буду перевозить тудошек. Кто-то говорил Вовчиком назвать. Вот сейчас я возьму вот этого красивого тудошку. Ты у нас, получается, самец. Ты у нас самка. Ты у нас самка. Самка 15-го, 6-го, 32-го. Братан, да у тебя тут прям... Не жизнь, а сказка, можно сказать. И там еще какой-то додошка сидит. Получается, что у нас? А, повысить уровень мы можем, значит, еще. Ну, давай здоровье, чтоб жил долго и счастливо, друг мой. Тебя
Тебя бы надо бы особые откопать. Чё? А, не-не, вот-вот-вот она. Так, мне какая-то не нужна, Дудо. Тебя будут звать не Дудо, а Вовчик. Все, Вовчик наш вернулся. Вовчик. После нескольких смертей он к нам вернулся. Прекраснейший Вовчик. Так, значит, мы тебя сейчас возьмем и просто выкидываем. Берем, выкидываем. Берем, выкидываем. Берем, выкидываем. Так, ты у нас, получается, сидит здесь, Белогорнец. Я на тебя потратил самую вот эту охерительную вещь, которая заставляет убирать голод. И в итоге я не могу летать даже на нем. Для тебя нужно седло. А на каком уровне, я даже не знаю. Вот этого бы тоже бы взять, но не могу. Ладно, вот этого, наверное, будет достаточно. Что дальше у нас идет по плану? Снос всего добра. Но прежде чем все сносить, я это заберу. Ой, у меня тут биотоксин. Что с тобой делать? Правильно, в паразор лофа сейчас сложим. Потому что там он сгниет там. Белогорнис. А в тебе дольше. Ладно, пускай в тебе хранится тогда. Все, в принципе, забрали. Теперь будем отстраивать все заново. Оба-на, возле меня луч прилетел. Грех будет его не забрать. Получается, что это все. О-о-о, спасибо, спасибо. На ящиках теперь могу сэкономить я. Спасибо, спасибо, игра. Спасибо. Спасибо огромное. Рапторов все пока нету. Диморфодона. Ой. Ой, еще и сохранение. Халикотери там, диплодок. Все. Домой, 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 домой. О! Друзья! Мезопитек, да стой, мезопитечик! У меня же ягодки были. Подивите, что? Мезоберри. Сейчас, подожди. Манки! 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 Манки, стой! Ты где? Манки! Ну где Манки? Блин, а Манки сбежал. А такое животное пропустил. Блин, Манки. Ну это же Манки. Изн Манки, чё-то там. Ладно, потом встречу как-нибудь. Ну все, можем приступать к созданию. Шикарно, но мне нужно проверить, здесь у меня стена и этот будет вообще стоять, или мне опять придется все это разламывать. Если так, то это, блин, это обидно будет. Стену я заранее... Стена есть. Так, ну здесь должно быть тоже нормально. И прошу, прошу тебя, потолок... Бинго! Потолок ставится. Как на второй этаж, я не знаю, будет ставиться или нет, но мне это сейчас не очень-то важно. Важно, что я все-таки смог это сделать. Ура! Ура! Перестройка дома начинается. И почти готово. Ах, моя база становится уже прям реально хорошей. Уже из дерева все делается, а не из соломы. Я думаю, может поднять на второй этаж, но мне кажется, здесь мне не хватит нормального места, поэтому... Хотя можно было здесь поднять его и... Ладно, это уже как-нибудь в будущих сериях, а сейчас мне понадобится много-много дерева. А пока мы болтаем, я пойду собирать еще дерево. Потом камни для печи и прочего дерьма. Да, это арк, друзья. Это 80% арка. Рыбка-рыбка меня интересует. Рыбка-рыбка, это хорошо. Рыбку убить-то можно сейчас.
Шикарно. Убили рыбку. И уровень получили. Я, кажется, раздавил обезьяну. А не, это человеческое. Я думал... Ладно. Да, это прям интересное дело. Крафтить, крафтить. Подожди, поставить. Блин, а может окна еще понаделать? Ну, коробочку я прям такую 2 на 2 не хочу. Давайте проверим. Вот. Нет, по сути, я стены могу ставить. Но... А эти это ставить смогу или нет? Вот в чем вопрос. Ну хочу себе в 2 этажа, да. В 2 этажа хочу себе дом. Сейчас посмотрим. Посмотрим, друзья, как все получится. Я знаю, я бы мог в лесу сейчас пойти на фарме дерева, но давайте по-честному. Сейчас в лес ходить, это как-то для меня опасно. Ну что, мало ли там, кого я сейчас встречу. Ну и все, потом трайка могу потерять. Межаберри, наркоберри. Все это собираем. Ой, мне же печку восстанавливать. Еще и этот. Короче, у меня прям полным-полно вещей, которые нужно выполнить. Так, а давайте посмотрим трайк. Какого уровня? 20. Ёп, твою дивизию. В принципе, можно было. Он же один на всем острове. Так, без приручений мы все-таки не останемся. Так, пассивный, пассивный. Мне бы только понять. Ну, в принципе, стрелы есть, ягоды, ягоды, ягоды. Вот ягоды в тебе, ух, полно межаберри. Все, мы живем, мы живем. Главное понять, ты сюда забраться сможешь? Ну, мне кажется, что сможет. Давайте сейчас проверим даже. О, сохранение как раз-таки вовремя. Так. Да нет, в принципе, я могу. Могу обстрел делать. Но мне надо прям с высокой точки его делать. Это значит где-то вот... Вот сюда трайк точно не сможет забраться. А, не. Не-не-не, при желании прям захочет. Ладно, надо искать другое место. Но, блин, подходящее место это вот, но... Трайк сможет залезть вот по этому пути. А мне нужно так, чтобы трайк не мог на меня залезть. То есть не мог залезть и просто сидел на месте. Да, в принципе, с этого камня можно попробовать. Сейчас проверим на его залазание. То есть Райк не способен залезть. Я счастлив. Теперь осталось только самому на него забраться мне. Только с какой бы стороны. Так, Райк насколько далеко ушел? Не совсем далеко. А так, а сзади? Не, сзади в принципе способен забраться, но мой Райк не даст ему ко мне подойти. Все, в принципе, я готов приручать нового трайка. Сколько в тебе оглушения надо впихнуть? 625. А стрелы там. Ну, пошла жара. По ногам, по ногам, по ногам. Так. Так, ты тут сиди давай. Вот. По 100 с чем-то. Прям по жопе. Прям по жопе. Давай, прям по жопе. Убегает, убегает. Давай, прям по жопе. Прям по жопе. В мою сторону бежит. Смотри, сколько в тебе? Еще немного? Еще немного? Все! Все, готов. Так, давай. Следуй один и на нейтралочку. Нейтралочка будешь. Спасительница моей. Все. Все, бинго. Бинго, друзья. И межаберри, и вот это держи. И вот
это мне не жалко, только жри давай. Эффективность приручения. 100%, 13 уровней. И по 2%. Да, в принципе, я здесь буду сидеть. Все, ребят. Выпуск получился идеальным. Ты у меня 9 уровня, а ты у меня будешь 26 плюс еще сколько? 12 уровней, ладно, где сократим до 10-9. Все, блин, а почти 40-й какой-то там. Друзья, мне прям шикарно. А, не-не-не, это... Ладно, почти до 40-го дотягивает. Я довольный. Так, ты что у нас кушаешь? Давай вот это я уберу, и мыжеберри, я знаю, вы прям обожаете эти мыжеберрики. Все, друзья, увидимся чуть попозже. Блин, а тебе прям ХП сняли! Эффективность приручения, ну твою налево! Я ненавижу дилофазавров. Я ненавижу дилофазавров. Твари такие, вы мне всю эффективность сожрали, особенно ты, блин! Ты понимаешь, он мог быть... Ладно, ладно, спокойно, спокойно называется. Чем тебя отхилить, скотина такая? Вот чем тебя вообще лечить, объясни ты мне. Давай, рассказывай мне. Что делать будем? Ты понимаешь? Здравия желаю вновь, друзья, я вернулся. Да, я не записал то, как я его доприручал, но все-таки это было... Долго достаточно. Пока я его приручал, там успелось собраться немалое количество дилофазавров. Мне немного снесли успеваемость в приручении. По итогу я, так скажем, долго ждал, пока он приручит. И в итоге у меня теперь два хороших трицератопса. Вот это прям 29 уровня. Но из-за того, что мне снесли эффективность, мне могли дать 12 уровней, но... Дали 3. Так, я тебе тут не рад. Давай я от тебя избавлюсь, братан. Мне ты тут не нужен. Кыш отсюда. Так, давайте. Стоп, все стоять, все и нейтральная оборона. Мы дальше будем заниматься нашим уютным домиком. Да уж. До чего я докатился? Не срать на мою лодку, ты... А давай посмотрим, какого ты уровня вообще у нас. 11-й. Самка. Красивая. Подожди, сколько хп у тебя? 525. Нет, спасибо, я не справлюсь. У меня не хватит вообще стрел, так скажем. Значит, мне нужно построить как-нибудь лестницу, чтобы я на второй этаж просто запрыгивал. Хотя можно сюда поставить... Печь и прочую ерунду, чтобы можно было... Ладно, я не знаю, как это все придумать. По итогу продолжаем. Мне волокно надо, мне реально надо волокно. Какое есть существо, которое на низких уровнях... Да не надо прям ко мне идти, ты иди в задницу уже. Да отъебись ты! Ну все, отстань, я не хочу с тобой связываться. Здесь тихое, укромное местечко, только вот дилофазавры мешают часто и иногда сарказухи. Так. О, у меня тут есть волокно, ура, волокно есть. Здесь у нас что получается? Здесь у нас кибл. А кибл на кого я хотел? На раптора что ли потратить? Чувствую, мне камня придется прям много фармить, друзья, прям много-много. Так. Инвентарь и поставить. Я раньше этого не замечал что-то. Поставить. И думаю, сюда... Так, не то. Вот так вот. Вот так тоже можно поставить. Так, у меня 3 стенки. Значит, надо еще куда-нибудь... Не, я здесь, наверное, дверцу сделаю. А здесь вот так продлевать будем. Здесь только, значит, отразить. Ага. Ну, получается, только вот сюда как-то. И все, в принципе. А как это все мне помещать, я даже и не знаю. Кроватка у меня есть с той херни. Огромное спасибо, что мне она вообще выпала.
Вот так вот. Все. Моя кроваточка. Идеально. Сюда, наверное, костерчик поставлю. Или куда лучше мне его поставить? Давайте прямо вот где-то здесь поставим костер. Я вроде его в лодке оставлял. Цель была наша приручить раптора, но в итоге приручили более лучшего трайка. Потом этот зоопарк весь я разнесу по местам, чтобы он стоял все как положено. 3 ящика у меня имеется. Так, я думаю, надо как-то разумненько это все поставить. Все. Костер имеется. Теперь мы можем сюда ставить и уголь, и шмуголь, и, в общем, все полезные наши вещи. Ступка и пестик. Из чего она у нас делается? Ступка и пестик. Камня. Нужно много камня. Я каменщик. О, синий луч, но мне до него долго идти. Это лучше на птере вот эти все лучи обследовать. Я, конечно, немного увлекся даже. Что ж, у нас камень и пестик готовы. Можно было бы еще сделать это, но стрелы и волосы я пока не буду крафтить. Это мне сейчас не нужно, так как нам нужны все ресурсы на нашу коробку. Вот, и вот так будем подниматься. Здесь оставим место вот так вот. И, в принципе, можно, да. В принципе, можно сделать все идеально, если захочется. Я уже примерно продумал дизайн дома. Мне бы изучить, знаете, чтобы изучить? Сейчас проверим. Мне бы шкаф изучить. Мне бы верстак изучить. Но мне, зараза, не хватает 2 единиц. И с помощью верстака я смогу скрафтить металлическое и... Вот металлические инструменты. После этого могу и пику, и это, в общем, перейти, так скажем, полностью на железо. Но мне нужно 38 уровень, чтобы получить седло на Птеранодона. Да уж, веселая игра у нас, веселая пока. Давайте лучше уже поспим. Обеспечен повышение выносливости. Спасибо огромное. Поспим и будем счастливы, друзья. Так, поел, попил. Здесь бы, наверное... Возвышение нужно бы сделать, а то... Да, возвышение нужно бы здесь сделать, а то как-то будет некомфортно мне вот так забираться. Но главное, наша стенка здесь закрывается. Потолок, я не знаю, здесь закроется или нет. Через костер мы вот так на костер запрыгиваем и вот так на второй этаж попадаем. Все идеально продумано. Поставить. Сейчас еще комфортнее поставлю, чтобы красивый перфекционизм был у нас. Все. Готово. Все готово. Так, в принципе, еще забрал нужные вещи. Так, у нас тут... У нас тут был камень. У нас был тут камень. Я мог бы сэкономить себе кучу времени. Ладно, ладно, ладно. Зато мы сможем потом скрафтить нормальный себе... Как он называется? Я уже забыл. А, печь. Вот, печку. Что ж, сделаем тогда побольше стеночек. Но прежде чем мы это все сделаем, мы засунем сюда все тухлое мясо, которое у нас имеется, вот 11 штук, и все наркобери. В итоге мы можем создать, ну, 31 штучку, потому что мяса полно. А в итоге 24, потому что по 5 у нас тратится ягодок. Поэтому я сначала по мясу определяюсь, а потом уже по ягодам. И вам советую и по ягодам, и по мясу тоже определяться, друзья. Потому что, ну, мало ли, что произойдет у вас. Пошли фармить, друг мой, пошли фармить. Оба-на, ты у нас повысился на 1 уровень. Значит, еды тебе достаточно, выносливости. Так, на 7% нет. На 100 единиц это хорошо. Вес-то не то. 21. Да давайте здоровье немножечко повысим. А то немного боюсь я за него, потому что у нас тут бывают опасные хищники, как карнотавры, велоцирапторы и из травоядных у нас опасный самый тиризинозавр, который в той стороне обитает. Ладно, что-то я отвлекся. Продолжаем. Ура, но я понимаю, что на меня все бобры заагрятся. Оба-на!
Еще уровень тебе, друг мой. Что бы тебе получается прокачать? Давай еще здоровье. Все, у тебя 1000 здоровья. Все, братан. Ты теперь у нас пушечное мясо. Так. Ну, блин, а... Я боюсь, что на меня бобры все просто завятся. В принципе, можно было бы. Давайте съедим ягоды и... Я их просто выкину попозже. Это... Ну и, конечно же, выбросить вот это. Нам пока оно не понадобится, а зато места будет гораздо больше. Ладно, я не вижу проблем. Все. Тихо, тихо. Здесь все. Переместить. Переместить. Принять. Поехали, поехали. Ах, капец, ты тяжелый. В той стороне. Но мне все равно тяжело, друзья. Я уже вынес половину вещей, но все равно тяжело. Ужас. Ужас, как тяжело. Ну, зато у нас появилось еще больше. Подожди, а сюда... Нет, сюда мы никак... Ну, как бы и способны, но не способны. Я хочу прям досюдова как-то продлить. Наверное. Такой длинный-длинный коридорчик. Ладно, пока здесь этим закончим. Вот так, в принципе, у нас все выглядит. Я знаю, что серпом вроде можно быстро собрать волокно. Но серп у меня когда открывается там? Или он уже мне открыт, но нужен будет? Нет, он на 30-м будет доступен. Так что с волокном пока будем бомжевать. Ну, вот так, в принципе, можно еще реально вот так все. Ай, это дерево. Пришлось мне выкинуть немного древесины, потому что перенос... Ну, как его, у меня прям реально не хватало места. У меня тяжело было передвигаться. Первая партия будет закончена сейчас. Да уж, очень тяжело. И, как обычно, закончилось волокно. Что весьма нерадующая новость. Блин, надо бы так сделать все, чтобы волокно, солома и дерево только были, остальное просто убрать куда-нибудь. Это некомфортно вот так таскать. Ой, тяжело прям реально, ребят. Думаю, достаточно мне здесь места будет. Вот, раз, два и три. Идеально. Да ну вашу ж налево. Стоп все, теперь ко мне. Все ко мне. Вот этого я и боялся. Мне никого там не убили. Все сюда, блин. Все. Все, давайте. Цепи. Стоять. Ну куда ты? На КБРе мы переносим обратно сюда. И крафтим еще 5. Ах, вот и мои... потолочки. И идеально как раз таки. Все, первый этаж полностью готов, друзья. Да, маленький, но все равно лучше же это будет складом. Я буду как-то вот так еще ставить, чтобы я мог здесь пролезть. Короче, здесь будет прям такой склад да склад хороший. Что-то еще делать. Дальше фармить дерево. Там что-то яркое. Минуточку. Что-то яркое там было. Так, я не туда смотрю-то. А где яркость? Ну вот же я смотрю. Прям туда. Блин, он за камнем там, походу. Я не знаю, кто это или что там, но походу там какой-то альфа. Создание. И вот она. О, я могу каменный, но я не хочу тратить сейчас ни дерево, ни время создать. И все, и вес наш стал гораздо больше. И прыгать мы способны, и все, в общем, идеально. Теперь момент истины, друзья. Мы ставим печь куда-то... А, мне бы еще... Стену. Вот сюда стенку. Как-нибудь вот так
поставим, друзья. Винтарь. У меня три стены аж. Раз, два, три. Ну, еще одна стена, и получается домик практически готов. Хотя, может быть, я ему три этажа сделаю, и сюда точно так же еще какую-то вещь поставлю, вот костер по типу, и вот так буду забираться. Кто его знает, если вообще мне это все позволит сотворить. Но мы посмотрим на это все потом. Печкин, давай. Как-нибудь вот так вот. Все. Идеально. Древесину в тебя закидываем. Закидываем в тебя металл. В ком-то из вас был металл. Давай-ка, металл отдавай. Вот 4 единицы. Блин, надо было, наверное, здесь тоже дверь сделать. Не знаю, друзья. Посмотрим. Но мне интересно, что мне дальше делать сейчас. Хотя я мог бы вот так продлить еще как-то, но это... Это зачем мне делать? Правильно, незачем мне это дальше там продвигать как-то. У нас имеется куча рыбы на корабле. Давайте пожарим, что в будущем, наверное, птеров хороших приручать. Сейчас пожрем рыбки. Хе-хе. Все, поставили в костер и будем ждать, как говорят. Давайте добьем последний уровень и изучим верстак. Так, Дудошечка. Без обид, но мне реально нужно твое мясо и кожа. Стоять, скотина. Я тебя сейчас на мясо пущу. Давай, бистрозаврик. Все. Уровень повышен. Мясо все забираем. Спасибо, огромная игра. Ты мне дала прям счастливую вещь. Повышаем, конечно же, вес, удар, выносливость. Да мне, в принципе, носимый вес нужен, ну или здоровье. Не, носимый вес. Пускай побольше будет носимого веса. Все, друзья, у нас теперь 32 херовин, и мы можем изучить верстак. Средства от насекомых, наверное, полезная вещь, но пока не буду. Кормушка нет, стул нет. Где ты наш верстачок? Херстачок. Вот он, верстак, мы теперь его можем изучить. Шикарно, друзья, все. Мы... Кстати, что тебе надо для верстака? Создание. Ах, а ты где у нас получается? Блин, найти не могу. Вот. 5 железа. Камней 50, дерево 30. Я сейчас. Я куда-то потерял металл свой прошлый. Ладно. В принципе, мы можем уже создать верстак. Идеально. И поставить. Куда бы тебя... Ух, какой же ты огромный, зараза. Печки вот здесь в ряд вот так поставим. И, наверное, верстак куда-нибудь... Мне нужна стена. Стена готова. Теперь верстак у нас, вот он, готовый. Ой, блин, а тебя чё прям вплотную к стенке не поставить? Жирно, конечно, тебе жирно, братан. Так, если вот так как-нибудь... Капец, тут еще место для... У него, смотрите, места для него тут маловато. Охренеть. Ну ты чепушила, ладно. Что в тебе можно скрафтить? Седло Прокоптодона. Вот это самое вонючее седло, которое мне не нужно. Один металл, одна кожа, одно железо. Все, я теперь официально могу переходить на железные вещи, друзья. А вам спасибо на... А вам, друзья, спасибо огромное за просмотр. С вами был я, Полосатик. Подписываемся на канал, ставим лайки, нажимать на колокол, чтобы не пропускать мои новые выпуски. Удачи, друзья, пока. И увидимся в следующем выпуске.